Всем привет, ребята, с вами Лего. И сегодня мы посмотрим игрушку под названием Slash Arena Online. В общем-то, очень сильно залипательная игра. Я тут уже третий левел поднял по тихой грусти. И сейчас буду рассказывать, что да как. Понятное дело, что чем больше вы будете прокачиваться, тем больше у вас будет приколов. Далее, понятное дело, вы можете покупать VIP-статус. За VIP-статус уникальные аватары могут быть. Бонус 100% к ресурсам. На один день 45 рублей, 3 дня там 25 рублей, и поехало. Далее, на четвертом левеле у нас откроются рейтинговые бои. Мы обязательно их посмотрим. А на девятом левеле откроются рейтинговые дуэли. Еще раз повторяю, игра полностью онлайновая, поэтому, естественно, это наш конек. Интересно посмотреть. Можно также добавить кого-то в друзья, покатать с ним вместе. Магазин есть, купить монеты. И также зайти в кузницу. Вот я сейчас специально прокачивал персонажа и в кузницу не заходил. Давайте попрокачиваем наш рабочий топор. У нас есть ресурсы, вот вы играете. Есть монеты, это получается донат. Камни 272, дерево 269 и рубины. За все это, когда вы в бою сражаетесь, вы это все добываете и потом улучшаете. Вот топор у нас на уровень 2. Мы, допустим, сейчас броню улучшим, топор улучшим и пойдем воевать дальше. Поушены, к сожалению, пока не могу улучшить. Дальше у нас латы. На третьем левеле мы можем открыть. Потом на каком левеле? На третьем, на шестом еще такие латы. И на каком? На шестом левеле вот такие вот латы. Естественно, это очень много нужно ресурсов. Дерева у меня уже нету. Давайте посмотрим, что по топору сможем. А здесь у нас нету камня. Сейчас я вам покажу геймплей. Я бы с удовольствием попрокачивал бы всех персонажей. Смотрите, у нас уровень экипировки 4. Есть потом вот такое. Вот персонаж Тепатун, потом Клык, Некромант. Некромант, я считаю, что самый крутой. Но чтобы его разблокировать, вы можете его бесплатно разблокировать на шестом уровне одного персонажа. Либо за монеты, за донат. Далее потом будут, естественно, персонажи в разработке. Я считаю, что это очень круто. Игра, на самом деле, вообще нереально увлекательная. Так, клоны, убейте 5 персонажей, выглядящих как ты. Мы их убьем и получим улучшение монеты и рубины. Также можно просто смотреть ролики и получать какие-то штучечки. Так, наносит до 60 урона при попадании по противнику. 1000 стоит. Метательное оружие. Метательное оружие мы можем покупать и метательное оружие, и можем покупать зелье здоровья, поушены. Так, ну что, поехали. Также у нас есть два вида типка. Возьмем этот. И уже поехали. Бой. Есть командная боль, дуэль я не могу открыть, и бойня. Давайте просто бойню. Командную бойню, ну, неохота, хочется самому поиграть. И поехали. Есть разные карты. Нужно собирать побольше еды, и ваша задача раскручивать топор и уронить пацанов. Надержи. Уже одного ушатал. Надержи, второго ушатал. Я говорю, мне эта игра очень сильно понравилась. Убегает, сучка. Смотри, он собирает эти штуки. Так, надо его догнать. Смотри, что делает, а? Я пытаюсь его убить, но не выходит. Здесь уже профессиональные пацаны играют. Надержи. Ушатал. Пошел-ка вон. Собираем также еду, и мы уже на третьем месте, ребята. А раунд окончен. Ну, не с самого старта начали, но неплохо. Я уже быстренько на третий левел, на бронзу влетел. Отлично. Также вы можете голосовать за различных персонажей, за себя, там, за меня и так далее. Итак, я получаю 4-й левел и рейтинговые бои. Так, мы можем удвоить, чтобы, допустим, смотреть, выйти в главное меню. Поехали в главное меню, походим в бой и посмотрим сейчас рейтинговый бой. Подожди, а где он? 4-й левел. Требуется... А, он, наверное, сразу пойдет? Вот рейтинговый бой, он красный. Ну-ка, бой, задание. Во, рейтинги, ё-моё. А призы будут давать? А, за первое место вам дадут 30 тысяч монет, понимаете? То есть можно не донатить, а фармить вот таким вот способом. Хочешь изменить портрет? А у нас есть другие портреты? Лол. Давайте вот этого пацака возьмем. Прикольно, красиво. Молодежно и стильно. Поехали в бой, командный бой. Так, ну бой не давай. Интересно, он меня куда будет? В рейтинговый закинуть или просто нет? Нам одинаковых нужно убить 5 персонажей. Поехали. 4 минуты. Я думаю, я успею. Пошел вон. Конечно же, ваши топоры застревают. Смотри, сразу на хил пошел. На, держи. Слышь, толстопуз.
На, держи. Толстопуз, ты отлетел. Ты знаешь мощь Леги. Быстрее все штучки собираем. Реально игра очень увлекательная. Мне вообще нравится. Я балдею просто от этой игры. Я думаю, что она вам понравится. И мы будем здесь тащить. Стараться залетать в рейтинговые. На, покатило просто. На, даблкил просто. Что творит Легасик? На, держи, сундуки возьмем. На, держи, enemy slain. Я уже на первом месте. Берем все, полутаем, тыковки. Покушать нам обязательно надо. Покушаем все, захаваем. И пойдем дальше в бой. На, держи. На. И стой, сука. Тихо. Ну дайте раскачать топор-то, алло. Ай, попал же. Они еще кидаются своими. А давайте попробуем тоже кинуть. Блин, не попал. Смотри, что делает. Пошел вон. Надо главное раскатать, и все будет нормально. Тут убили кого-то? Да заберем за бесплатно. Чего уж тут. 436, я на втором месте. 2 минуты осталось. Быстрее бежим на первое место. На, держи. Эй, я его практически убил. 200 хпшек. Сейчас будет больно. Пошел-ка вон. Так, берем хпшечки. Да. На, держи. Отлично. Ушатали пацана. Хиляемся. Блин, я и потому попал. Эй! Вот сука, убегает ведь, падла. Давай драться, ты заколебал. Вы чё, блин, хиляетесь-то? Ой, хорошо, мне сейчас попало туда. Эй! Идите сюда. Раскачаем этот танцпол. Блин, не попал по нему. Ой, попал он по мне, 137. Хорошо попал. Ой, хорошо, поэтому попал. Кончилось у меня. Тихо. Это мои фраги, ты достал. У меня 834, надо побольше кого-то другого ушатать. Он заколебал, он шарит что-то. Давай внизу этого убьем, который с хорошим рейтингом, он где-то внизу бегает. Ой, хорошо зажал. Этот за мной бегает. Ушли пандис. Так. Ах ты, выбил с меня эти яблоки. 139. Хватит выбивать с меня яблоки и прочую штуку. Все стараются ушатать. Отлично. Два дерева. Забрать 144, 142, 151. 1027. Там вообще пацаны воюют люто. Отлично. Этот бегает здесь. На! А чё, его не ушатает, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй! Блин! Надо поушен выпить. Забираем. Да иди в баню! Я его на нем кручу. На каком месте? Я на втором. Одного осталось убить. Отлично! 1380. Блин, практически на первое место, ребят, залетел. Лего Плей 2, FFF Клод 1, Роуи. Так, ну давай тебе сделаем результат. Все полайкали друг друга. Интересно, рейтинговые бои будут прибавляться? Фига мне XP-шку, я сразу на 5-го, может на 6-м. Рейтинговый бой, новый левел. Так, давай сейчас начнем новый раунд, поехали. И потом выйдем в главное меню, как его, прокачиваться. Пошла жара. Тихо. Отлично. Минус первый, пацан. Мы пока маленькие, да удаленькие. Минус второй. Минус третий. Изи. Ой-о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 й, хорошо мне попало. Сейчас надо хаваться. Подожди, а поушен? Отлично. Поушена попили. Собираем здесь еды.
Да, да. А вот этот вот в прошлый раз на первом месте был. На, держи тебе. Смотри, какой хитрый, а. Сейчас не он на первом месте. Так. Да отстань, блин. Отлично. Отлично. Изумруд взял. Отлично. Убегает. Отлично. Пихатор какой-то, я на первом месте. Хорошо, заезжаем. Забираем дальше груши различные, шмуши. Бежим. Нам нужно такого же, как я, убить одного пацика. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то больно там. У него на пол хп отлетел. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, ты заколебал! Я его практически убил, но он все равно не хочет умирать. Гад такой на втором месте прыгает. Не хочет и все. Так, нам нужно как-то уходить отсюда. Вот сюда можно. А че он там сидел? Сык, ты достал со своими грушами уже. Ой-ой-ой, какой-то Стревалово. Забираем груш. О, регенчика, 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 регенчика. 201, я следующей секции поднялся. Видите, за 200 мой персонаж становится все больше и больше. И мощнее, мощнее. Смотрите, какой топор лютый. Так. Нету, да? Ай-яй-яй-яй, меня чуть не ушатал. За 200. Прохиляемся. 246, нормально, давай дальше нахиляемся. Куда ты там? Нормально. О-о-о-о, 6 изумрудов забрал. Я на первом месте до сих пор. Да-да-да-да-да. Да иди в баню. Похиляемся. Смотри, не дает и все. Ах ты ж гаденыш. Хорошо. Сука, практически ведь по нему попал. У меня 700, у него 557. Где бы карту еще понять, куда бежать? Вот сюда, да? Э, а что нас туда не пускает? На, держи. Так, убегаем, возьмем здесь всякие штуки. Его подерки ушатало. Так. Стой, 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 куда ты побежал? Мой маленький изычуханец. Иди сюда, хватит там. Куда ты убегаешь-то? О, хиляется тут. Отлично. Стой, стой, стой. Бегает туда-сюда, у меня 900 уже. Отлично. Блин, да я просто вообще какой-то супер-убийца. Тихо, 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 стой, 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 стой. Хватит хиляться. Когда ты успеваешь прохиляться-то? Фига они меня здесь это... Накоцали, нахиливаемся. Энергии нету. Стоять. Стоять. Отлично. Всандило. Наконец-таки, может, хоть первое место возьму. Некоторые здесь вообще до свидания. А вот я вот тут на первом месте тащу. Ты чё кидаешься-то? Ой-ой-ой-ой-ой, вы что-то меня зажали. Раскручиваем. Батыщ. Там 2 хп у него осталось. Я уже до третьего дошел, что ли? 330 у меня. На, держи. На, держи. А кабуки там просто напихал. Просто всем по щам. Лего Плей на первом месте. Проголосуем, конечно же, за себя. Так, результаты боя. А потихоньку и здесь еще прибавляется, да? О, 6-й левел. Я могу того костлявого чувака апгрейдить. Так, новый портрет персонажа. Доступна разблокировка. Так. Давай выйдем в главное меню. Зайдем в кузницу. Улучшим наш топор тогда. Потихоньку нашего... А, через 4 минуты. Мы можем ускорить, да? За 20 монет. Так, давай-ка полностью ускорим. И мы еще можем? Нет, здесь не можем уже, к сожалению. А броню можем? Ну-ка давай. И броню давай ускорим. Все, отлично, у меня здесь по троечке.
Сюда так, броня заблокирована, требуются все предыдущие улучшения. Ё-моё! Я думаю, что это потихоньку-потихоньку становится сложновато. Что у нас там по заданиям? Мы еще не убили до сих пор этого чувака, да? Так, а на 6-м левеле я якобы могу разблокировать одного этого, да, вот этого. Могу же разблокировать? Доступно? Да. Я могу либо... Напишите, ребята, чтобы в следующем ролике я разблокировал какого-то персонажа. Орка, топотуна или некроманта. А пока будем дальше нашего чувака катать. Поднимать. Бойня, да? Дуэли. А мы где? Ага, мы можем либо там, да? Так, давайте сейчас выберем бой и выберем дуэль с 8-го. Командная бойня. Давайте посмотрим командную бойню. Так, команда А. Поехали. Быстрее тортики набираем. Поднимаем свой левел. Главное до 3-го левела подняться. На, по жопе тебе. Хорошо ему прилетело. Поднимаем, он его ушатал? Так, вроде ушатал, да? Так, красные рулят. Хорошо. Удачи. Ого. Сколько здесь еды. Сейчас, может, до 2-го вырастим. Поднимаем. 2-й сотки, по-моему, начинается. Да, отлично. Да, 2-й сотки. Все, мы стали больше. Еще бы нам до 3-го бы. Да иди, а. Пошел-ка вон, enemy slain, отлично. Еще бросается со своими вонючими штуками. Так, здесь забираем. Здесь хилочку прожимаем, а то я на low HP тут. На, держи. На, держи. Такого уже убил, и мне еще и mission complete дали. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал, они все его выцепляют. Они все его выцепляют. Отличненько. Иди сюда. Командный бой тоже классно. О, приехала. Еще и монеток заберем. Слушай, что Олег творит вообще нереальное. Я сейчас соберу здесь вот еды. Мне нужно 3-м левелом стать, потому что... Иди-ка в баню. Я хочу по фасту 3-м левелом стать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Че по хпшкам-то? Какие-то просадки. Да подвинься ты, блин. Ты достала. Мой же чувак не мешает. Я теперь до 3-го дорос, да? Все, я теперь 3-й. Вы 2 даунища, блин. Когда я смогу... Все, наконец-то. Собираю, я уже достиг 3-го этого, как это объяснить? Ну, 3-го левела прокачки своего персонажа здесь в игре именно. Я уже, видите, больше стал. И сейчас мои топоры будут норм наносить. Вот так вот просто будут они наносить. Шатать интересно, а 4-й есть после 300? После 300 я каким-нибудь стану огромным или нет? Я уже 352, считаю, всех ломаю. Ох ты ж, ее заберем, спасибо. Он бы его чувака убил, а я его ресурсы забрал. 353, 360, 368, 379. Давай, до свидания. Был бы у всех всегда так, был бы у меня побольше таких челиков, как я сам играю. На! 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 Тут накидываю просто 7. 377, 397, 400. Есть! Нифига себе! 404, посмотрите на это. Просто до свидания. Вы смотрите, что я тут мучу-то. Блин, еще бы на 4-ку как-то. Мне понравилось на 400. На 400 какой-то самоубийца просто. На, держи. Чувак такой, нифига себе. На, держи, 400. Вот это топор. Вот это топор, пацаны. Он у меня даже не бегает, нифига. 468. Бадэнч. Я это заскриншотаю. Бадэнч. Это просто жарево какое-то.
4, а на 500 может быть интересно? На 500. Там такой молоток летит. На, просто. На пятихаточку нам. Тыковку, во. На. 474, пятихаточку. Нет, на пятихаточке уже нет. Но на пятихаточке это завязывайте, называется. Это называйте, попробуйте меня убить. Сколько я уже киллов сделал, я вообще не понимаю. Просто хожу здесь как сумасшедший гном. Стой, 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 братан. Будун. Это жесть была. Там все, там, наверное, сейчас мне все лайки наставят. Скажут, нифига, чувак, что творит. Что, больше лайков никто не ставил? Жопушники. Там я нормально качнулся, конечно. 7-й левел поднял. Первое место в сетве. Победа вашей команды 200. Обалдеть. 49, 57. Сколько монет? 110 монет. Новый левел еще взял. Рейтинг бойни. Короче, вот такие, ребята, дела. Ссылку я оставлю в описании. Если хотите, заходите, играйте. Игрушка, по-моему, не такая уж и старая, но она реально захватывающая. Она реально, блин, просто реально супер-мега захватывающая игра. С вами был Лего. Всем пока-пока.